догонит. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом захлебнусь, не продохнуть. Он помнит нас. Да-да-да, он помнит нас, этот город помнит нас, ребята. Всем привет, это группа Bubblegum. Сегодня последние минуты первого дня зимы. 1 декабря подходит к концу, а это значит, что время для нашего розыгрыша. Розыгрыша от группы Bubblegum. Итак, начнем мы, пожалуй, с 4 места, с сета на ДК. Среди подписчиков мы его разыгрываем. И сейчас все это разыграем. Открываю я рандом.орг. Так, так, так. Угу. Сколько у нас страниц? 4 страницы. Так, сейчас я включу монитор свой, чтобы не было потом никаких. Типа, о, все подстава, все подстава. Все не подстава. Вот. Собственно, монитор. Поехали. От 1 до 4 страница. Поехали. Вторая. Вторая страница. И раз, два. Тут же 50 человек. 50 человек. От 1 до 50. Поехали. 42. Угу. С 2, 3, 4. Снизу считаю. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. Вадя Низамуддинов у нас выигрывает сет на ДК. Так, посмотрим. Не фейк. Но думаю, тут-то не фейк. У нас же не какой-нибудь EGM. Да, тут нормальный поцик он. С девчонками. Подписки. Подписки. Bubblegum подписан. Все. Репост. Наверное, где-то уже далеко внизу. Но не важно. Это Дмитрий. Шадмин. Ищи, говорит мне. Репост. Да если он есть в тех, кто репостнули, значит, у него есть репост. Вадя Низамуддинов, поздравляю тебя. Ты выиграл у нас сет на ДК. Так, Вадя Низамуддинов. Надо сразу записать. Так. Так. А вот сюда я запишу, рядом с курсачом. Ссылку на Вадю Низамуддинова. Так, поехали дальше. Ребята, разыгрываем мы. А что разыгрываем? Сейчас я вам покажу, что мы разыгрываем. Это будет... Вот, вы видите, сет на Баланара. Разыгрываем сет на Баланара за 3 место. Так. Все работает? Да, все работает. Поехали от 1 до 4. Рандом. Опять вторая страница. Да ладно, как сегодня везет ребятам со второй страницы. И номер 28. 28 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Не, все правильно. Никита Гусярин. Никита Гусярин. Никита Гусярин. Сейчас мы проверим Гусярин. Никита. Ну, на аватарке гуси, понятно. Тут свинка Пеппа. Гусь, гусь, гусь. Репост есть. Страница, конечно, странная немного. Ну вот, вроде как создано давно, правда, тут одни репосты. Ну, создано вроде давно, и посмотрим еще друзей. Много тут собак. Раз собака.
Это собаки, собаки. Можно онлайн проверить, у меня создано. А что толку? Вон у него записи давно довольно-таки. 12 ноября 2014 года даже есть записи. Похоже, конечно, все это дело очень на фейк. Даже не знаю, дорогие друзья, что делать с Никитой Гусяриным. Еще раз представь. Ну тут одни репосты у него на странице. Свинки Пеппы, фильмачи. Несмотря ни на что, она и в моем сердце. Я гусь, 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 гусь. В Bubblegum ворвусь. Давайте запретим медленный интернет, давайте. Ну я не знаю. Нормальные репосты из других пабликов. Ну ладно, админ говорит. Дает добро. Никита Гусярин. Поздравляю тебя. Выиграл ты у нас сет на Баланара. Идем дальше. Идем дальше. А дальше у нас... Опа-на. Второе место. Коврик. Crystal Maiden. Вот это вот да. Только на самом деле это будет у вас коврик не с Crystal Maiden. Или с Crystal Maiden. Crystal Maiden, с Crystal Maiden, все нормально, админ у нас организует все. Значит, будет коврик с Crystal Maiden, какая обещана. Поехали выбирать победителя. Третья страница. И номер 33. Так, Никита Гусярин идет у нас отдыхать. Третья страница, да? Я же тут сбил, ну да, третья была. 33. Так, Никита Фонкин. Это 15. Так, Сергей Лебец. Это 30. Раз, два, три. Никита Шарый. Никита Шарый. Здравствуйте, Никита. У него тут даже информация всякая есть. 33. В смысле 34? Не может быть. Может, уже просто кто-то репостнул, не? Все правильно, Никита Шарый. Чуть было не ускользнул у тебя, коврик. На Crystal Maiden от нашего этого админа. Проверяю. Бабл. Bubblegum. О. Все, все. Страница норм. У него четкий пацик. Никита, Никита. Ой, лучше не смотреть, наверное, страницу. Тут инвокер. Джиггернаут, что-то там. Опа! Опа, да? Никитос. Подруга твоя? Инди-босс тут у нас. Все дела. Понятно. Ну, в общем, нормальный пацик. Никита Шарый. Из Бердянска. Выигрывает у нас. Коврик на Crystal Maiden, между прочим. Между прочим. И вот. Кульминация сегодняшнего вечера. Так. Кульминация, кульминация. Фигурка на Тине. Все этого так долго ждали. Фигурки на Тине. Выбираем. Сейчас буду очень... передираться ко всем страницам, если что-то не так, фигурка Тини к нему не поедет. Сет это ладно еще, а вот фигурка Тини это, извините меня. Четвертая страница. Смотри, там сколько человек, там 50. Та-та-та-та-та-та-та. Четвертая страница. Ну здесь получается, если на каждой странице по 50, да? Нет? Теля. Точнее, первого. Опять случайно кого-то тыкнул. Кто нам нужен? Кто? Кто? Победитель Адельки на Тине. Четвертая страница, напомню, у нас уже выпала. И сколько же тут человек? Ну, тут 150, наверное, на трех страницах, правильно? Ну, да.
Значит, 34 человека у нас остается, значит, от 1 до 34. Сейчас еще раз, конечно, можно проверить. Это 3, ой, это 15. Это 30. Раз, два, три. Что-то страница там странная. Ну там из паблика. Так. 34. Поехали. Номер 22. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Виль Нурм Мухаметов. Извини меня, если неправильно прочитал. В каком? Dota 2 Reborn 2015. Вот это у него ID. Вот это да. Республика Башкортостан, все сложно. Так, так, так. Страница, конечно, тоже наполнена репостами всякими. Посмотрим, как давно создано. Что у него тут есть? Сейчас. 27 сентября последняя у него запись. Ты думаешь, это нужно? Дату создания страницы ВК. Настанет день, осветитель. И это что такое? Это фигня. Или то? Создана страница. Ну нет, такому я модельку на тени не отдам. Извини. Будем искать еще кого-нибудь. Еще раз рандомим. Давайте с этой же страницы, но от другого человека. И 26-й. Поехали. Это был 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й. Ануар Джанабаев. Этого парня я, кстати говоря, знаю, знаю. Играет у нас на турнирчиках постоянно. Ну да, да, ему я верю, он точно настоящий. Это же он, да, этот. Ну даже, по-моему, что-то выигрывал у нас. Вон общие друзья видим нашего админа. Ануар, в общем, ты крутой парень, играешь у нас на турнирах, и, собственно, ты выплыл. Моделька на тени твоя. Записываю я тебя. Оп, поздравляю, Ануар. Собственно, на этом все на сегодня, я думаю. Разыграли мы всякие призы. Поздравляю победителей. Ануар Джанабаев первое место. Еще ребята там третье, четвертое, второе места. Следите за нашими турнирами. Сейчас у нас со временем очень все тяжко. Сами знаете, скоро сессия, все дела. Ботаем тут просто как сучары, извините меня за такие слова. Но как можем. Стараемся для вас, организовываем турнирчики, так что будьте с нами. Скоро будут новые турниры. Все такое, так что всем спасибо, кто смотрел.